Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня мы с вами будем взвешивать целый кабачок. Например, вы хотите купить кабачок, но не знаете, сколько же он весит. Лежит он в магазине, лежит. Вот чтобы не бегать каждый кабачок, не взвешивать, вы будете уже знать. Ну, примерно он вот такой вот по размахам, наверное, вот где-то вот так. Но он тяжеленький такой. И весит он у нас 1 килограмм 131 грамм. Хотя, если честно, когда я его держала, мне казалось, что он весит килограмма 2 точно или полтора. Он весит целый килограмм. По размахам, да? По-моему, это так называется. То есть где-то он такой, то есть это, в принципе, средний кабачок. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.